Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным. Жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить, просыпаться с тобой на рассвете. И кофе сварить, пока еще спят все на свете. Ты знаешь, так хочется жить, как не напишут в газете. Взять и все раздарить. Жить, чтобы помнили дети. Ты знаешь, так хочется жить в миг, когда тебя задавило. Встать и всем объявить: я вернусь, даже если при. Прощение, спасение, я знаю. Ты знаешь, так хочется жить в зимнем саду спящей вишни, чтоб по весне рассвести. Дерево для новой жизни.
нам, но знаю, где-то рядом мама. Она ведь знает, я в беде. Но где же мама? Где же? Где? Спаси меня, услышь, мне страшно. Здесь дым, я не могу дышать. Спасите кто-нибудь, неважно. Здесь дверь закрыта, не сбежать. Но поздно, в темноте не слышно. Я знаю, мама, ты меня ждала. Я знаю, ты меня искала. Но дверь закрылась навсегда. Можете рассказать, что происходит? Она вам звонила или что? Что там сейчас? Она мне звонила в 11 минут 5-го последний раз. Сказала, что говорит, что деньги были заблокированы в этом, в кинотеатре. Я не могу выйти. Ну, кашляет там. Я, говорит, дышать не могу. Я говорю, Вика, снимай все, говорю, но он закладывает дыши через одежду. Она говорит, мама, передай. Ну, она меня нянька называет. Няня говорит, передай всем, что я сидела. Передай маме, что я любила. Сколько времени будет он жить? Но дано выбирать. Ты знаешь, так хочется жить. Наслаждаться восходом багряным, жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить. Просыпаться с тобой на рассвете, взять и кофе сварить, пока еще спят все.
все на свете. Ты знаешь, так хочется жить, как не напишут в газете. Взять и все раздарить, жить, чтобы помнили дети. Ты знаешь, так хочется жить в миг, когда тебя задавило. Родственники погибших при пожаре в Кемерово заявили, что погиб 41 ребенок. Соответствующие списки вывешены в штабе, созданным родственниками. Всего в списках 64 фамилии погибших, сообщает издание «Медуза». Инициативная группа родственников также заявила, что осмотрела морг с телами погибших. «Мы осмотрели тело. Если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тело не прятали. Мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках», сказал один из членов инициативной группы на митинге в центре Кемерово. Официальные имена погибших и их возраст не назывались. Опознание завершено только по 25 погибшим. Для остальных требуется генетическая экспертиза. А также в штабе, созданном родственниками жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, собраны данные о 85 пропавших без вести, сообщает Интерфакс. Данные получены лично, по почте СМС. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести – дети. Средний возраст – 10-13 лет, сказал представитель штаба. Собранные данные, по его словам, планируется передать в полицию. На митинге утром 27 марта представители штаба сообщили, что располагают данными о 78 пропавших без вести после пожара, из которых около 70 – дети. Не забудь подписаться на канал. Почти целый класс 5 А из поселка Трещевский погиб. Передай всем, что я их любила, передай маме, что я их любила, и все. Позвонила любимой тете попрощаться Вика Почанкина. Мама тоже Вику любила, называла принцессой. А в классе Вика была настоящим лидером. У нее была даже своя группа «Викуся», где девочка объединяла знакомых. «Я люблю своих одноклассников», – писала Вика под фото с ребятами. Вика была круглой отличницей. Ей даже выдали грамоту от губернатора. «Верю, что со временем именно твоим трудолюбием и талантом будут прирастать Кузбасс и Россия», – написано в дипломе. «За что тебе такое мучение, ангелочек?» – не могут поверить трагедии родственники девочки. Еще одной отличницей в 5 А и лучшей подругой Вики была Вероника Панушкова. Она тоже погибла в «Зимней вишне». Девочки часто фотографировались вместе и выкладывали фото в соцсети. Вероника увлекалась тем же, что и многие подростки в ее возрасте. Гороскопы, стихотворения, животное, мода. А еще Вероника обожала своего младшего брата, выкладывала с ним десятки счастливых фото. С Вероникой и Викой дружила еще одна их одноклассница Лена Черникова. «Я люблю себя и свою семью». Такой статус последним выставила девочка. Лена обожала ездить в ближайший город, Кемерово. Впервые она туда попала всего год назад и написала тогда: «Моя мечта сбылась». Кстати, судя по статусам во ВКонтакте, недавно Лена пережила свою первую любовь. Папа Лены поехал в Кемерово вместе с классом, но в кинотеатр, как и другие взрослые, не пошел. Когда начался пожар, он не смог помочь своей дочери, но спас чужого ребенка Андрея, который пошел в другой кинозал. А сестра Андрея, Таня Курчевская, увы, тоже погибла. Спасенный Андрей и погибшая Таня – дальние родственники губернатора области Амана Тулеева. Родные Андрея благодарят отца Лены, что он помог мальчику выбраться из огня.
и соболезнуют его страшной потере. Она мне звонила в 11 минут 5-го последний раз. Сказала, что горит все, дым, дверь заблокирована в кинотеатре. Я не могу выйти. Ну, кашляет там. Я, говорит, дышать не могу. Я говорю, Вика, снимай все, говорю, но закладывай, дыши через одежду. Она говорит, мама, передай. Ну, она меня нянька называет. Няня говорит, передай всем, что я их любила. Передай маме, что я их любила, и все. Передай всем, что я их любила, передай маме, что я их любила, и все. Сказала, что горит все, дверь заблокирована, что в кинотеатре. Я не могу выйти. Ну, кашляет там, я, говорит, дышать не могу. Она их посадила за сеанс и пошла на сцену с родителями, как я поняла. Ну, это не точная информация, вроде как с родителями пошла, ну, по какому сцену ходить. То есть ей удалось спастись, а что с детьми пока неизвестно, да?
студенты. Погибшим детям в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово посвящается. Мягенькие ручки, светлые улыбки маленьким детям, за что эти ошибки? Страхи, слезы, боли, закрытые двери, паника внутри, ну почему не успели? Родители рыдают, в истериках пьются, еще немного, и их сердца разобьются. Погибшие дети в Кемерово, мы будем помнить вас без сомнения. Игрушки, свечи и цветы у огня, маленький ангел, нам больно за тебя. Погибшие дети в Кемерово, мы будем помнить вас без сомнения. Игрушки, свечи и цветы у огня, маленький ангел, нам больно за тебя. Там были дети, слышишь, были дети, и цену горя тут не сосчитать. Не хватит денег всех, что есть на свете, родительские слезы, чтобы унять. Во взрослом мире детям одиноко, ищут поддержки, защиты и любви. А взрослые все время только что-то крутят, пилят, делят. В итоге дети тут одни. Их взрослые учили жизни, учили, как во взрослом мире жить. Дети поверили, а их на ключ закрыли. Ну стоит ли тут что-то говорить? Они ушли. Давай-ка просто помолчим. Не заработаешь ты денег всех на свете, прошу, хватит крутить, делить, пилить. Там были дети. Слышишь? Были дети. Холодный месяц, весну заждались, и мне так хочется с тобой побыть хотя бы самую малость. Вернуть тебя оттуда, где сейчас ты, прошу, не плачь. Прошу, пожалуйста, прости меня за неудачу. Как повернуть эти часы назад, как отмотать эти минуты? Мне многое, как оказалось, нужно рассказать. Мало слов сказав, что виноваты мы, простите нас, прости меня. Детишки, мамы, папы, бабушки и дедушки, мы провожаем вас в путь, в памяти на вечность. Останется тот день, тот дымный воздух в небе. И почему судьба решила повернуть так жребий? Так много мыслей не дают покоя, но не думать о тебе я не хочу, я так обеспокоен. Принять что-то за упокой я не хочу, я до сих пор не верю. В душе нехорошо, для вас открыты двери. Для вас открыты двери. Для вас открыты двери. И кто решил закрыть двери этих судеб? Назови мне их, я запомню наизусть. Слова, прощения, извинения, к чему все это? Давайте просто помолчим. И кто решил закрыть двери этих судеб? Назови мне их, я запомню наизусть. Слова, прощения, извинения, к чему все это? Давайте просто помолчим. И кто решил закрыть двери этих судеб? Назови мне их, я запомню наизусть. Слова, прощения, извинения, к чему все это? Давайте просто помолчим. И кто решил закрыть двери этих судеб?
Назови мне их, я запомню наизусть слова, прощение, извинения. К чему все это? Давайте просто помолчим. Главной темой по-прежнему остается трагедия в Кемерово. До 53 возросло число погибших в результате страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Страшная трагедия унесла уже 64 жизни. Большинство погибших и пропавших без вести при пожаре – школьники. Они звонили родным и молили о помощи. Кричали, что не могут выбраться. Многие двери и запасные выходы были заперты. «Мы горим, возможно, прощайте». Эти слова – последние, что 13-летняя Маша написала своим друзьям в социальной сети. В тяжелом состоянии находится 11-летний мальчик, выпрыгнувший из окна 4-го этажа. Это конец. Написала его 11-летняя Майя Ерохина и больше не появлялась онлайн.